Холодную воду отключили в 9:30 утра. Сделали это резко, без какого-либо предупреждения. Алексей Голованчиков успел лишь набрать чайник. Тонкая струйка текла около 3 минут. Больше воды в доме номер 36 на улице Затинной нет, как и горячей. Она не предусмотрена конструкцией. Естественно, когда холодная вода отключается, уже воду набрать негде. Ни попить, ни приготовить, ни, кажется, извините меня за тонкости, в туалет сходить. А туалеты у нас забиваются. Канализация забивается, и часто очень канализация старая, и очень часто течет все в подвалы. В ходе переговоров с управляющей компанией выяснилось, что воду отключили сотрудники водоканала по просьбе подрядчика, который в соседнем доме проводит капитальный ремонт. Там полностью меняют водопровод. Там, потому что дом на транзите сидит, я так понял, 38 корпус 1. Водоканал нас не предупреждает, они перекрывают нам воду за движку. А кто без воды сидит? На 38 доме есть чистое объявление, а на 36 мы даже и не знали, что мы без воды. Это нам сегодня позвонили, сказали. Сказал, час где-то примерно воду запустят. Работы на объекте планируют закончить в четверг. Отключений воды больше не предвидится. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».